В Нерюнгри состоялось открытие территории опережающего развития Южная Якутия. Участие принял вице-премьер страны, полпред Юрий Трутнев. После осмотра горно-обогатительных комплексов Инаглинский и Денисовский представили программу развития ТОР и отчет о ходе реализации инвестпроектов группы компаний «Колмар». Трутнев отметил, что правительство России нацелено на поддержку именно таких компаний, которые могут развиваться в сегодняшних экономических реалиях. Кроме того, полпред обратил внимание коллег на особенности территории опережающего развития. Произносим территорию опережающего развития и так далее. Что это значит? Это значит, что вы налогов меньше платите государству. Это значит, что за ваши социальные взносы доплачивают другие предприятия. Потому что Министерство финансов доплачивает вот эту разницу между 30% и 7,6%, которые платят предприятия за вас. Быстрее получаете землю, быстрее решаются административные вопросы, ускоренный возврат НДС. Ну, собственно, наверное, основное содержание тех режимов, которые предоставляются, ровно в этом. В этом, может быть, каждый на себе не чувствует, но предприятие, экономика предприятия чувствует хорошо, потому что если у предприятия изымается меньше налогов в бюджет, то и развивается оно быстрее.